Участники сегодняшней акции, сегодняшнего собрания пытались провести здесь, на Чистых прудах, какую-то несанкционированную акцию. Видимо, это и стало причиной задержания. Вот мы сейчас видим, как задерживают еще одного человека, он пытается оказать сопротивление полицейским. Участвовали? Нет, а белую ленточку зачем? А белую ленточку зачем одели? Так, как считаете, вот если журналист находится на съемке, он имеет как-то моральное право участвовать? Он нейтрален, он должен работать, потому что иначе, ну, бывают действительно журналисты, которые нацепляют, например, ну, георгиевский лент в данном случае, наверное, нет, но там, допустим, белая. Я могу сочувствовать этой идее всецело, но на акции я работаю. И иначе это действительно получается, что полиция не может отличить, на самом деле. И плюс это поставляет коллег. То есть в данной ситуации это может бы создать проблему для всех. То есть человек должен прийти либо как участник акции, либо как журналист, если, да? Что-нибудь одно. Если у тебя есть удостоверение, но ты участвуешь в акции, то убирай его и не показывай тогда, не кричи, что журналист. Нас не имеют права забрать, сотрудники полиции, не ОМОН! Ваши действия незаконны! Ваши действия незаконны! Давайте все в автобусы! Пусть будет перенаселение! Давайте судебную власть порвем! Пусть они работают! Это акция гражданского неповиновения! Это наш город! Мы можем стоять где хотим! И вот, видимо, настает кульминация сегодняшнего события. Сейчас бойцы ОМОНа идут участникам сегодняшней несанкционированной акции. И, по всей видимости, сейчас начнутся задержания. Вот сейчас ОМОН войдет в эту арку. Сейчас, по всей видимости, полиция берет кольцо Чистые пруды. Пока все происходит мирно, спокойно. Но, по всей видимости, сейчас начнутся какие-то силовые действия. Массовые беспорядки? А скопление где-то сколько? Начинают скольки? Они вообще пошли. Вот. Просим вас покинуть. Нет, я-то работаю здесь. Как пожалуйста, я говорю, что просим вас покинуть. Я работаю, я здесь не отдыхаю. Я просто, я же не могу. Уважаемые граждане, просьте покинуть территорию, направим по сторону метро. 15 минут и все закончится. Сейчас вот проходит целая акция, ОМОН просто вытесняет. Вы все, граждане полицейские, вы отвечаете за гулянство